призывал нас к любви на арамейском языке, а все решили косит под дурочка. Ему сказали: братан, твои призывы смешны, не до любви у нас программа своя. Идет перформанс под названием «Возрождение страны», часть вторая, политическая. Посмотрел программу «Время», почитал «Коммерсант», ужаснулся и печально сказал: водить вас надо по пустыне лет еще 50, пока не выберут те, кто нас завал. Потом зашли мы с ним в кабак, повечеряли слегка, и автограф у него попросил. Он написал губной помадой на стене кабака: «Мене, мене, теке, пупарси». В тумане. Мы любим сильных людей, мы любим жестких вождей, мы ловим кайф, когда нас бьют по башке. Какая наша стезя, иначе с нами нельзя. У нас крови тоска по твердой руке. И интеллигенция, и власть, задача очень трудна. То ли кусать сапог, а то ли лизать. Любовь к искусству монахов, да бывает странно. Барма и постник, берегите глаза. И по коротким каналам надо пойдем переключать уже устала рука. Я в ожидании лучшей жизни тихо горькую путю. Нет испуга, нет, я не юника. И кто бы дал бы совет, и кто бы дал бы ответ. Мне неизвестно, ты такой возмущен. Уже настала тирания или пока еще нет? А если нет, тогда я выпью. Пушкин — это наше все, тут наш президент. Пролетает и жалеют ни о ком. Вы двигайте меня, люди, прямо под разбегом. Генералам слава, генералам слава. Оставайте нас слева, оставайте нас слава. Будет надо мне не просто, а кому сейчас легко. Я для вас вместо пилота не хир и молодок. А ваш Ванька крутой, а наш Ванька громче. Погородный пенсионат и не купишь память. Я любит то и то, а я Лена на груди. Нету времени пататься, публики не дают. Ходи, поговори, вся держава, как невеста, очень хочет стать женой. Все же очень интересно, что же будет со страной. Эх, мама, будем перебросать. И пить, и любить народ наш дуй. Любовь — это сон, и как сказал Соломон, и это пройдет, а он нам жить в этом мире. Спасибо.